Да ну нафиг, чё это, блядь, за срань такая? Как в эту хуету играть? Может, это дрочь, и была началом первой стадии Black Rush. Только в бета-версии. Разрабы жесткие приколисты. Это доказывает наш спиртовой Ямакаси. Перс подскакивает так, будто насрал штанину, и при этом пытается проветрить свой утренний запас провизии. Я бы назвал эту дичь так, сельский обдолбыш, который просто жаждет накинуть стопарик, но для этого ему необходимо проделать долгий путь, чтобы найти свой чудодейственный эликсир, для того, чтобы завтра проснуться под лавкой. Слышь, нехуй палить, я на дедовом зазе буду с деревни валить. Моя жизнь на грани, которую делит тонкая нить. А мой желтый залупенец скоро в дедовом сарае будет гнить. А пока я пытаюсь из своего села свалить в деревенскую GTA, я еще не играл. Жаль, брычку с повозом мне обнаружить не удалось. Да это печалька, братцы, но после запуска вы сами будете матом ругаться. Есть такое чувство, что вам насрали в башню. Никому не советую это дерьмо. Управление днище. Из плюсов есть 3 авто. И если хочешь, то можешь вдохнуть сельское говно. А вы подписались на канал?